Открывать вклады, получать кредиты или делать переводы в любое время дня и ночи, не приходя в банк. В ближайшем будущем это станет возможным с помощью удаленной идентификации. На совещании с главами муниципалитетов в областном правительстве поднимался этот вопрос. Технологическое новшество может быть полезно всем без исключения нижегородцам, в том числе жителям села. Удаленная идентификация позволит сделать финансовые услуги гораздо доступнее. Особенно удобным это может быть для пожилых людей, граждан с инвалидностью и жители отдаленных населенных пунктов, где банковские отделения представлены не так широко. Чтобы пользоваться финансовыми услугами дистанционно, банк нужно будет посетить всего один раз. Там сделают вашу фотографию и запишут голос. Это и есть биометрические данные. А еще зарегистрируют на госуслугах, если у человека еще нет учетной записи. Фото и файл с записью речи поступят в единую биометрическую систему. С ними в дальнейшем будет сравниваться внешность и голос человека, который дистанционно обратится за финансовыми услугами. Важно, что получить образцы банк может только согласие человека. Сама процедура бесплатна. И самое главное, как ожидается, в дальнейшем биометрия также позволит нижегородцам дистанционно обращаться в госорганы и к нотариусам без привычной кипы бумажных документов. Биометрических данных они хранятся в единой биометрической системе. И кроме того, для передачи данных в единую биометрическую систему используются криптографические или шифровальные средства защиты информации.